На пересечении улиц Шевченко и Краснодарского у магазина на муниципальной территории без соответствующего на то разрешения разворачивается кафе. Замысел владельца понятен – стать на пути у прохожих, чтобы они невольно стали посетителями кафе, но это препятствует свободному передвижению по пешеходной дорожке, чего допускать по правилам торговли нельзя. Владельцу следующей точки магазина бытовой химии на улице Краснодарской, почему-то торгующего надувными кругами и другими пляжными принадлежностями, пришлось заносить товар во двор. Торговля в этом месте скорее напоминала стихийный базарчик, чем по правилам оформленный магазин. Товар находился не в магазине, а за его пределами на газонах. На сегодняшний день самая актуальная проблема – это то, что у нас осуществляется несанкционированная торговля. То есть торговля в местах, не предусмотренных для этого вида деятельности. В соответствии с законом Краснодарского края номер 608 об административных правонарушениях, на нерадивых предпринимателей составляются административные протоколы по статье 3.8, а торговля в местах, не предусмотренных для этого вида деятельности.